Многие огородники сталкивались с тем, что, купив семена, раскрыв пакет, видят, что в пакете семена не привычных нам цветов, а зеленые, бывают розовые, бывают голубоватого оттенка. Что это такое? Это не испорченные семена, это семена качественные, и они обработаны, то есть они прошли предпосевную подготовку, и обработаны они специальным веществом, которое содержит в себе фунгициды, которые обеззараживают семена, и содержит в себе питательные вещества, которым растение будет питаться на первых порах после того, как взойдет. Стоит ли покупать такие семена? Вообще вот лучше предпочтение отдать именно обработанным семенам, потому что некачественные и непродуктивные сорта, дешевые сорта, такую предпосевную обработку не проходят. Вот так обрабатывают только урожайные сорта, качественные, и очень часто таким образом обрабатывают высокоурожайные гибриды. Когда вы увидите, что вы купили уже обработанные семена, знайте, что предпосевную обработку этих семян проводить не надо. Здесь уже обработано все. И замачивать такие семена перед посадкой тоже не надо. Мы сажаем уже вот такими семенами сразу в грунт. Потому что если мы их замочим заранее, то водой вот эта вот оболочка смоется, и растения лишатся вот запаса питательных веществ. Такие семена, единственное, что при посадке нужно более обильно полить, чтобы оболочка растворилась и питательные вещества ушли в землю. Поэтому не бойтесь покупать обработанные семена, и у вас урожай будет, и всхожесть, и урожай будет лучше, чем у необработанных семян.